Собственная платежная система российская, мне кажется, с одной стороны нужна, а с другой стороны очень бы хотелось, чтобы владельцы карт этих платежных систем совершенно спокойно могли с ними выезжать за границу, и чтобы эти карты там поддерживались, так скажем, западными банками. Лишним это не будет, это может быть, не знаю, даже подстегнет и подтолкнет нашу финансовую систему какому-то, может быть, к совершенствованию. Я не знаю, я не профессионал в деньгах. Вот. Но важно, конечно, чтобы эта платежная система работала и у нас, и за границей тоже. Полезное дело, мне кажется. Хватит нам зависеть от кого-то. Вот эта зависимость, она ни к чему хорошему не приводит. Надо и свою иметь уже, да? Ну, настолько богатая страна, и финансово богатая, и духовная, и всяко разная. Что уж пластик-то мы изготовить можем свой.